Всем привет! Сегодня Ирина ест на обед вот такие пирожочки. Пирожочки, два пирожочка. И пьет вот такое кофе, как кофе Камахея. Всем приятного аппетита, кто ест. Сейчас покажу пирожочки. Пирожочек с капустой. Несколько калорийный. Очень вкусный. Всем спасибо, кто пишет хорошие комментарии. Всех люблю. Кофеёк. Даже хейтерам спасибо. Как же я буду без хейтеров жить? Не понимаю. Да. Вкуснятина. Сегодня пойду вечером к соседке в гости. Вы же скучаете по моей соседке? Ой, кусочек капусты. А кто пишет гадости, я буду тоже отвечать гадостью. Не дали, сколько мне пирожков. Вот так вот. А там еще одна баба спрашивает, не помню, как ее зовут. Ну что, когда ты в эфир выйдешь? Когда 1000 человек наберу, тогда я выйду. Понятно тебе? Подписываемся поактивнее. И в эфир выйду. Тебе слабо в эфир выйти? Да мне не слабо. У меня просто нету 1000 человек. О, пирожочек. Понятно? Вкусные пирожки. Обалдеть. Тарелка пуста. Вот Иринка съела два пирожка, ей вот этого вот так хватит. Ну что я вам хочу сказать. Всем спасибо, кто подписывается на канал. Ставит лайки, дизлайки. Пишет комментарии. Ну и всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте вот такой жирный лайк. Пишите комментарии. Ирине Сергеевне. Всем пока-пока!